Всем привет, дорогие друзья, с вами Санек. Я хотел бы задать вам вопрос, а как часто в игре Days Gone или Жизнь после вы, возвращаясь к своему байку, видели, что какой-то чувак или чувиха просто разбирает на ваших глазах ваш любимый байк? У меня, ребят, вот такое вот произошло, я не знаю, видели ли вы такое, но вот я с таким встретился. Возвращаюсь я с задания, уничтожал фриканов, прихожу к своему байку, а тут сидит вот такая вот, ничего такая не парящаяся мародерша, которая просто раскручивает мой байк на запчасти у меня на глазах. Полностью меня игнорирует, я тут хожу такой, смотрю, она там крутит, вертит. И я такой присел, думаю, алло, девушка, женщина, как у вас там дела-то? Как вообще, как байк-то разбирается? Вы ничего не путаете? Тут хозяин пришел. Нет, все нормально. Ну, я такой, ладно, думаю, хорошо, пускай ломает. Но вопрос, тратится ли у меня, я смотрю на байк, а вроде прочность байка не убывает, в принципе, уже хорошо, это не так страшно. Было бы страшно, если бы у меня еще прочность у байка уходила и бензин сливался. Было бы вообще угарно. Вот, вы заметили, что когда сзади нее я проходил, над головой появлялся треугольник, я вроде как мог убить ее очень быстрым убийством, да, но потом он куда-то пропал, и я вообще ничего не могу с ней сделать. И что нам остается? Сесть на байк, уехать? Нет, нужно как-то наказать вот такое вот просто мародерство на глазах, да? Ну что происходит? Я вообще просто пришла и ломает мой байк. Я взял топор вот такой вот здоровенный, двуручный. Нет, думал, что ударю, может убежит. Бесполезно. Второй раз ударил, бесполезно. То есть ударом по спине топором это не пугает мародершу, она все равно продолжает разбирать мой байк. Это вообще верх наглости, короче, ребят. Вот таким интересным видео я решил с вами поделиться, то, что со мной произошло. Ни разу я с таким еще не сталкивался. Надеюсь, вы такое видели. Если такое видели, пишите, конечно, в комментариях. Вот так вот добил, короче, в голову, только ваншот. Какие еще варианты, ничто ее больше не останавливало. Если вы, ребят, такое видели, пишите в комментариях. И если вам видос понравился, не забывайте поставить лайк, если кому интересно, подписаться на канал. С вами был Санек, всем счастливо, всем пока, и поменьше вам мародеров, которые разбирают байки. Пока.